Главное, чтобы сейчас... Сейчас он крашнул, сейчас он поедет. Не, у меня здесь мой не тянет. О, все работает, все, F5. F5, да. Все, мы появились. Все, пацаны, есть стрим? А, мы появились. О, нихуя. А, здесь будет ловить? Да, тут должно ловить. Работает? Да. А, бля, у него нету по этой хуйни. Ебать, он глубокий? Ну, такой нормальный. Сразу с телефоном прыгаешь? Не-не, брат. Подожди, посмотри, он работает? 1, 2, 3, чат, вы тут? Запрет... О, почему ты купишь сигареты, брат? Не-не, где-то... Вот! А я не знаю, можно ли. Можно, вот, видишь, для сигарет стоит. Для сигарет, видишь? Ладно, не будем курить. Мы были в сауне, много воды наливали, нам типа замечание. Контакт есть. Пикселит? Какого хуя пикселит? Качество есть. Есть качество? Бля, по-новому стрим запустился, сука. Битрейт забавился. На битрейт забавился. 144p. А ну, проверьте сейчас. А ну, раздайте Wi-Fi ему. Wi-Fi, да? У меня сделан Wi-Fi. Смотри. Покажи пароль. Подключайся. Сейчас, пацаны, сделаем, стой. Стой, не, не так, брат. Не-не, призма лагает, брат. Давай я призму забагаю. Клизму обнови, обновил. Все, брат, 2500 стабильный. Все, работает? Да, брат, все идеально. Через Wi-Fi даже да, работает? Да, да, конечно. Все, брат, идеально. Ебать. О-о-о, идеально. А, ты поставил 60 FPS, да? Ты поставил 60 да. кадров. Бля, да, конечно. Не-не, нормально, зато да, четкая картинка. На 2500 битрейта стоит. Ну, просто в Турции стабильно ловит. И в Сочи тоже хорошо ловит. А, просто, не, качество... Оно то, что на телефоне, не, не, не прыгай. Кадров будет заявить. Чат, кайф, кайф, чат, кайф, да, кайф, у них все сюда. Все, брат, идем купаться, бля. Бля, у меня хуй не вылился, у меня хуй большой. Не, да нормально, дай попробую. Ну, блядь, блядь, так, по идее, здесь не должен. Но, ебать, красота, никого нет. Бля, хуй тебя, что никого нет? А вода холодная? Очень. Реально? О, бля, хороший горячий. А, да не, будет работать, конечно. Просто вот здесь его оставим. Горячий. Ты умеешь горячий. Заднее сальто делать? Что? Заднее сальто умеешь делать? Показать? Ну, конечно. Бля, ну надо, наверное... А, бля, может поставим категорию пула, хотя... Я нахуй... последний, не, не надо. Похуй, да. Последний раз, когда я делал сальто, там чуть без ком не уебался. Не нужно, пожалуйста. Ладно. В воде будет, это кофе. Ты готов? Ты будешь залазить? Конечно, брат, ты делай, я делаю потом. Притрем в басик, да похуй, просто кайфануть, блядь. Не знаю, сэр, просто похуй. А потом мы пойдем в качалку, наверное, потом после пацанов. О, на них по-братски. Бля, здесь есть шнурки, чтобы хуй не спалить? Да. Возьми, ты на, брат. Ой-ой-ой, пацаны, вы сейчас охуете, что будет. Я плавать не умею. Там глубоко? Не, нормально, там метр 60, метр 70. А, нормально. Не, вода нормальная. Я работал пловцом. Я работал в службе охраны, брат, очень долго. Сейчас уже перестал. Пацаны, сейчас охуете, что будет. Не, кстати, ноги пиздец раздуло. Да? Ебать, да. Не, у меня тоже нормально. Блять, хороший, блядь. Камень, блядь. Короче, вам говорят Ахперики 94. А это знаешь почему? Потому что вы же братьки, понял? Да. А Ахперики это типа на армянском, понял? Ахпер это брат, понял? Типа Ахперик. Не, какой ход пулс, блядь. Их постоянно раздувает. Бля, вода хорошая, теплая. Да, да похуй. Я их охранник, брат. Хорошая вода. На него как он плескается, был как эти, блядь. Бля, как поставить, стой. Брат, бери с собой. Да, бери с собой. Я хотел прыгнуть. Не, брат, давай сюда, не переживай. Иди. Ой, ебать, какая вода охуенная. Да, заднее сальто последний раз сделал и сломался череп. Серьезно? Да. Ебать. А я после этого не делал. Может, не нужно? Да. Не надо, брат. Ох ты, блин. Бля, ну вода теплая. Да, чат, нормально бля, видно? О, ебать, разъем, брат. Пусть тебя подбрасываем. Кидай.
Не-не, тебя. А, ебать, а смогут? Сейчас смогут? На шею встать? Брат, ты охуеешь сейчас. Ебать, реально? Да. А ну, только ты аккуратно. А, еще аккуратно, блядь. Брат, так они жесткие, они так кидают, блядь. Блядь, главное, чтобы получилось. Бля, я так раньше на бабки кидал, понял? Аттракцион, да, небольшой? Да я шучу, брат. А ты поэтому все кидаешься? Да, аттракцион ходячий. Да, да. Еще плюс охрана, прикинь. Плюс охранники. Я твою голову иду прыгать. На них пора скакать. Сейчас, брат, ты увидишь. Бля, я за тобой тебе хотят. Торпеда, бля! Нормально? Бля, ну нормально. Бро, ты следующий. Давай. Аттракциончик, блядь. Я знаю. Ты трогаешь меня за голову, и через секунду я начинаю хуяться. Все, давай. Только не разъеби, потом не разъеблом. Не-не, нормально, нормально. Давай, раз, два. Эй, пишет, Рина в Грузию улетит, блядь. Ой, блядь. Я не смог его отправить. А ты куда будешь? Вперед? Вперед, я по заднему. Давай. Хуёво получилось? Блядь, я назад ушел. Давай. Ты не бойся, будь ты. Не бойся. Я дышу в воде нормально. Нет, ты имеешь в виду, я как тебе встану, ты уже делаешь. Давай, давай. О, ебать он. Спине пизда. Улетел на спинку? Да, я хотел сделать нормально. Ух, ебать, почки не пануло. Но это как будто массаж, понял? Бля, ебать ты подкидываешь, нахуй. Я, блядь, чуть свою бабушку не увидел. Не долетел, нахуй. А здесь сауна, мама, все надо. Давай меня. Давай, давай, я хочу заднее. Кидай пацанов прям. Кидай, несы. Заднее хочу, давай. Куда? Как они кайфуют, нет? Куда, бро? Заднюю сальтуху, брат, делаю. Смотри. Подожди, а заднюю туда назад надо? Да. Давай. Бля, надо, бля, прикинь, прям вот здесь водник. Брат, ты сауну любишь? Блять, я тебя люблю. Попаримся. Поправят, ну, блядь, последний раз сам так разъебался. Смотри, трогаешь за голову чуть. Как они плескаются в четыре. Братик, осторожно. Давай, давай, раз, давай. Блядь, ну залезешь. Залезешь, говорит. Ой, бля, братан. Не больно? Охуенно. Бля, надо было с собой взять, знаете, 0,5 бутылку. Чтобы на нее приземляться? Нет. Понял, здесь уже. Нормально прыгнул? Да, я понял. Блядь, прикинь. Прям здесь уже, бля, попал. Да, прям здесь. Бля, я нормально полетел? Да, нормально. Ну пиздец, типа я бы сказал, тебе можно легкоатлетом стать. Я тоже так подумал в моменте. У тебя есть будущее, братан? Бля, они какие, как они кайфуют, смотри. Давай, мне нравится это, смотри. Давай, раз, смотри, я могу долго держаться. Смотри, нет, долго не надо. Блин, где скиллзор? Где скиллзор, брат? Они в Амонте. Да, хоть? В Амонте. А, на Монте два, они. Раз, два, давай, давай. Да, они очень жизнерадостные, это охуенно. Ай, ай, бля! Ай, сука, ты! Ай, пиздец! Ай, мамка, пошкой мне в очко, сука! Давай, дубль два. Ай, бля, что ты делал? Нет, один что за Монте, пацаны? Не получилось, давай. Один раз заебал. Ух, ебать! Ох! Там, окей. Там, окей. Ебать, братан, это пиздец. Это был, ебать, высоко, братан. Это было очень высоко, я вам скажу, друзья. Здорово, скиллзор, брат. Что сказал? Типа, так прыгать не надо. Не, он говорит, типа, потише, такой прыгать. Точно? Потише, да, он сказал. Мам, это корем, как говори, блядь. Да похуй, братан. А здесь, если поссать, зеленый покажется? Конечно, да. Хорошо, что я не ссал. Реально показывает? Ну, а тут что же хлорка есть? Есть. Не, если ты поссышь в некоторых... Я когда был в аквапарке, короче, в этом, как его зовут, блядь. Пацан, как это, блядь, где я был, блядь, я забыл. Нихуя вы громадные, блядь. Дубай? Нет, брат. А как мне, пацаны, вытереть, блядь? Джакузи. Да я забыл, брат, я забыл. Быстро развивающаяся страна, вот этот город какой был. Нормально по качеству? Бля, по качеству все заебись, братан. Если они пососутся, то поправят. Блядь, а как это хуйню? Надо давай, полотенцем, блядь. В iPhone 14 уровень.
Давай сюда его. И буду потирать. Сука, ты еще хуже сделал, да? Нахуй, блядь, сейчас. Почему мне, блядь, сейчас? За каждый раз мне откуда сделал, блядь? Не, нормально, лучше сделать. 24 так вот удивляйся от прыжка. Вот, бля, пацаны, нам, блядь, 16 лет, ты попробуй с ними, блядь, попрыгай, давай. Я что-то балка не достал, блядь. Ебать, я сейчас потом. Нормально, здесь охуенно. Да, очень высоко, пиздец. Здесь очень высоко. Хочешь еще раз? Не. А что ты, блядь? Я бы сделал, попробовал сделать заднее сальто. Давай попробуй, я сделал, мне пиздец как понравилось. Но мне пизда будет, я уверен. Только группируйся вверху. Я не умею. Ноги под себя поджми. Бля, отойдите лучше. Подожди, это надо мне знать, что да. Да, брат, ноги поджми под себя. Да, я возьму, чуть назад. Угол возьми, чтобы от угол, брат, мне кажется, я до тебя долечу. Давай, я уйду. Говорит, кажется, я до тебя долечу, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, грязючка. Сбоку снять сейчас. А ну-ка. Нормально было? Так, заебись. А я че за гигабайт? Да, конечно. Все, я буду... Ты вообще не сгруппировался, да? Да? Да, ты просто головой вошел. Нет, нормально было, ты полностью сделал оборот. Бля, прикинь, два оборота сделал, и ты не ебаться. Говорит, оборот сделал. Реально близко был? Бля, бля. Сколько градусов показывает в воде? Холодновато, да? Да, ну так. Чуть-чуть сегодня прохладненько. В воде 30 градусов. А суси, это что такое? Суси. В воде 30 градусов показывает. В воде, в воде. Су это вода. А снаружи 20, да? Давай на перегонки бьем. Кто из вас охуенно плавает? А я вообще плаваю. А ты? Ну я. Ну давай попробуем. Попробуй на перегонки от начала до конца. Давай. Ты же доживешь? Не знаю, бро. Ты же что плаваешь? Ну так. А я как, брасом? Брасом? Вот, ну вот так. О, давай ты не бак. Он дышал, блядь. Нет, нет. А ты, давайте тоже с вами. Только я не знаю, я могу какой предикшн сделать. Да? Предикшн, да? Давайте сделайте предикшн, кто первее. Втроем будете, да? Да. Я вас не доплыву. Сделайте, сделайте. Где Леш? Сейчас я не убью. Я касаться дольше буду. Ну, брат, что-то я касаться не буду. На ногах будет. Не, на ногах дольше будет, знаешь. Пока я поднимусь, пока я зацеплюсь. Не, просто 20 с воды. Быстрее сделайте, минут 30 секунд, не понял. Да не факт, что Олег выиграет. Напишите, он тупо туша мяса, напишите, понимаете? Они не будут понимать. Олег, напишите, братик. Да, напишите, Злой братик, или Ренат. Сколько конец дали, понял? Ты главное не позаниматься вообще? Я это буду еще делать второй раз. Только не брызгай водой сильно, понял? А? Олег, не брызгай водой. Бля, я вообще не знаю, какой бред я с вами начинал. Я, может быть, тоже не дополнил. Модрый, напишите, пожалуйста, когда можно уже сказать, если чтобы не делали. Тогда. Вы говорите, я сразу скажу. Давайте. Все, можно уже? Только чуть левее уйди. Я уйду левее, заебал. Все, делайте, делайте, давайте. Давай, я на три. Давай. Три. Давайте нормально, раз, два, три. Давайте, раз, два, три. Ебать! Олег, я слишком ноги большие, его тянет вниз. Олег, ты самая неповоротливая туша мяса, понял? А на кого вы ставили? Чат, а на кого вы ставили? Я плохо покупаю. Спорт не решай, брат. Минус 15, как будто на тебя просто. Мне тяжелее на всех, мне сложнее плавать, понимаете? Подожди, а кто второй, ты? Злой третий. Да ты как-то неуклюже плавал, ты. Там мясо. Да мне кажется, Ренат вообще по моей линии плыл, блядь, я охуел. В натуре? Я не знаю. Мне это как пил глаза, вижу твою жопу. Ну я на одном где-то, нет, я на... Блядь, я посильнее. Мне интересно. Нафиг искал, так я на стриме был, блядь. А так не, я с ним, да? Поговорил уже, сын. Смотри, возьми, это спина какая-то. Ренат говорит, не умеет плавать. Не, умею, блядь.
Ебать, у него именно отдельно спина и отдельно руки. А пойдите в сауну. Ну, можешь, давай чуть-чуть. Бля, у меня отдышка очень сильная. 69% ставили на Олежу. Прикинь. Блядь, прикинь. Сын, сори. Ничего. На перегонки, сын, было. Олег, я. Ебать, как бьёт. Ебать, он. Блядь, он просто воду понял, он разбрасывает. Блядь, он просто бежит по тому. Я выиграл, сын. Ты не катался? Он тупо стоял. Но еще минус то, что у них руки, ну у вас руки же короче, чем у меня. Не, ну как, блин. Что вы... Сначала руками, а потом член. Это... О, смотрите прикол. Сделай так же. А у меня так не получится. А, да. Фу, блядь, отдыши не надо. Жопой хуй, блядь, потрогал. Там, блядь, случаем ничего не это. Точно все? Фу, ебать, как тебе ЖК? Охуительно, ЖК хороший. Ну, я плавнитко. Здесь надо было Сэму, у него же, он же, знаешь, по бокам лысеет. Не, он здесь лысеет. И он когда вот так плавник свой делает, он когда в Сочи плавает, сразу понимает, что Сэм. У него вот так плавник торчит. Он вот так понял. Ебашь ты. Бля, ЖК хороший. А зал здесь же, да? Да. А все на этом этаже. А, подожди, а тот бассейн какой-то? А тут детский маленький. Холодный. Тут детский какой-то, возможно, я не знаю. Я ни разу там не был. Но почему тогда я здесь? Я чувствую себя молодо. Как у тебя сколько мне лет? Ну, ты молодо выглядишь. Ну, приснился. Ну, смотри, 25, 24. Нет, 30 ему. Точно? 32, да. 32. Тебе реально 32 года? Да. Молодо выгляжу? Реально 32 года? Да. Я думал, где-то 25, ну, 22, 25, так, 24. Я 92. Реально 32? 92 подожди. Июня. Так 92 это 30. Нет, брат, посчитай, сейчас 2024. Ага. 23 год. Тогда мне 20... Тогда мне 30. А, вы мои одногодки почти? 96-го? 94-го. А, 94-го. Ты же сказал 24-й год сейчас. Ну да. Поэтому 30. Нет, сейчас 23-й. А, 23-й? Или 24-й, блядь. Я не знаю, я забылся. Нет, 25-й год сейчас. Короче, ты на 2 года старше, чем? Да. Ох, ебать, кайфуя, брат, я ебал. Даже? Да, я обожаю басить. Так, блядь, с таким же ЖК на улицу надо выходить. Все под рестораны, ресторан под домом. Мы сегодня, кстати, в этой были. Какой мы хотим? А вы свои дела поехали, сделали? Нет, не успел. Мы поспали нахуй. Они мне еще говорят, брат, мы на завтра с утра дела там, туда-сюда, там, понял, лично. Уснули, блядь. Не, они мне еще, знаешь, что пару раз. А это так серьезно, типа, брат, вот завтра мы не сможем, знаешь, с утра. У нас дела. А вы сфотку должны сделать, да? Ничего, у меня все распечатки есть. Главное, что родителям сейчас делать. Говорил, что вы, типа, с трех будете начинать, поэтому я думаю, я успею, типа, до трех. Делаем, блядь. А мы когда не делали? Думали, ладно, пацан, шутки, мне 23. Мне 23, мне будет 24, я 99. А, 99? Да. Ну ты еще попал в эпоху 90-х, понял? Да, конечно, братан. Что ты понимал бы, я застал самые пики, братан. Тогда, когда люди выходили бояться на улицу, блядь. Когда наши старшие ходили, блядь, с движениями. Ходили со слотами. Пробую, ебать, у меня живот под водой странный. Бля, у тебя живот, бля, а это из-за хлорки, знаешь? Она чистит всю хуйню. Это не то, что я хуйню жру, да? Это чисто из-за хлорки. Да, конечно, брат, это все из-за хлорки. А что ты хуйню жрешь? Что ли нормально похололи, брат? Пойдем в сауну. Погнали. А, можно. Подожди, закинем давай. Камеру снизу, понял, сауну? Да. Подожди, а здесь держи, будет, блядь? Я лучше телефон поставлю их вон на тот. А там все работает, все нормально. Да, все ну, а мы же на блютузе, на телефоне. В смысле, на блютузе? Ну, ладно. В смысле, на блютузе? Ну, по модему типа. Не, нормально все будет. Все, бронзовод делает. Твой телефон? Ай, да ну нахуй, спиздили, братан, с белого дня, ёбана, вот. Бля, холодно, сука. Сейчас, ладно, померяем. А, еще и хозяин, в Турцию приезжает, ебать, движуха, слышно, мечать какие-то. Какой-то непонятный врыв будет. Давай, ты хочешь братскую руку, да, сможешь залететь? Так, я чисто вот так. А давай сделай сексуально как-нибудь. Да я шучу, блядь, нормально, как мужчина поднимись. Опа-па. Братан, вот это жизнь. Пацаны, этот молодой человек видел жизнь, да, пацаны. Холодно. У него, блядь, 5 ножевых, братан, ранений. Холодно, очень холодно. Да не холодно, прям в сауне. Где мой бухал, блядь?
Злой Гоукас пишет. Покрути прямо здесь, пока никто не видит. Только вчера казики ебашили. А ты вчера занес или проебал? Это же здесь уже, или надо выходить отсюда? Мы с ней будем, давай с ней покупаемся. Давай с ней покупаемся. Давай покупаемся, братан. Братан. Давай с ней покупаемся. Нахуй надо ходить, пацаны, не вариант. Я скажу, блядь, на сон. Да я шучу, пацаны, я рофлю. Пойдем? О, покидайте ее. Подожди, а типа мы выходим отсюда? Не, мы идем. А значит, полотенце лучше, иди там. Полотенце можешь взять, а это все можно оставить. Понял. Это чье, блядь? Это кто, блядь, на фотке? Это злой на фотке? Да. Ну ты футы, блядь. Прикол, вам карты сделали, мое лицо на его фамилию, имя. Ага. А его лицо на мое. Поменяли лица, понял? Брат, ну я вам скажу, вас. Они нас различить лицо, блядь. И теперь у меня карта, блядь, с Костиным лицом, а у Кости с Олегом, блядь. Да ничего, похуй. Не под ней холодно стало, блядь. Давай загреемся, брат. Пойдем загреемся нормально, сейчас пойдем. Проходи, брат, дорога старше, родной. Бля, они как МНДМ с отличием. Все, работает интернет? Бля, они в реал лайве такие же. Они такие же один в один. Спайн сауна. Ва-па-па. Ва-па-па. Братан, поставим просто телефон на низ. Полотенце возьми с собой, чтобы поставить телефон. Да похуй, прям с ней пойдем. Нет, на телефон вырубить. Думаешь? Тогда пацаны будут видеть нас. Пацаны. Вы тут за главных, если телефон спиздят. Нет, телефон мы с собой сейчас возьмем. Вниз, вниз, забираем. А просто вниз поставим? Да, да, заходим, давай. Быстро, быстро, быстро. Полотенце не нужно. Быстрее, быстрее, быстрее. Тут жарко очень. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот дай батька, пускай не делают. Ой, холодно. Все, заебись. Значит, сделаю. А, мне же холодно. Сейчас вас поставим. Снизу просто нормально, как будто надо гонять. Краски. Садитесь. О, брат, на, сюда стреляешь. Видно так? О, брат, только нас снимай, только. Я так и сделал. А, хорошо. Все, оставь вот так, кайф, брат. Надеюсь, ты... Идем, брат, слышишь? О, да тут нормально так раскурено. Бля, дверь открыли, жар ушел. Да, да, надеюсь, не закрыто. Закрыто. Просто снизу, понял? А, ну снизу обосрать, там просто тепло. Ну сверху классно так. Сверху хорошо. Хорошо сидим, Геваль. Охуительно. Можно еще подлить. Подольем, да. Пускай надо там вода есть. Здесь такое может. Нет, проси только, брат. Здесь ты дай, а здесь воды нету, брат. Чуть-чуть так. Ты спросил у него, да? Да, давай. Мы сильно раскуриваться не будем, но мы еще стримим, то мы сейчас расслабимся, понял, я и позвонил. Бля, я забыл снова снять серебро. Оно сейчас почему. А, не-не-не, тут не такая же. Мы же не в серной воде. Серная вода. Серебро и так далее, темнее, так понимаю, в серной воде. А, ничего себе. О, вот сейчас пошел газ. Ну тут не сильно большая температура, понял, чтобы типа, ну просто почилить, посидеть, погреться. Какой час? Бля, голым по правилу посидеть, знаешь? Да. Хотели. Голым классно. Реально, голым кайф. Я был в Стокгольме в сауне, мы голым? Ездили. Ну там общественная баня, она огромная, понял, именно сама сауна огромная. Да, мужики без трусов сидели все, понял? Прикольно. Бог сорваться. Чтобы типа начать. Да. Не, ну прикольно, они сидели. Там какой-то чип зашел, раб, понял? Взял бутылку воды, налил просто. Потому что там температура детская была. А другой такой швед говорит ему, ты что, охуел? А что ты никого не спросил, что ты налил? Там у них конфликт начался. А я такой понял, он хочет лить, я такой, let's go, yeah, let's go. Интригант именно, интригант хочет кого? Так, а там был такой тип, налил, тип, его тоже забайтил, другой, говорит, да. Подлей, подлей, типа, подлей. Уже. А потом, когда кипиш на часа, вы замолчали, не, да? Вась, он понял, подливайте, а вот тут сразу все будет, нахуй. А тот, что подлил, остается, и к нему сразу, ты че, ебанулся? Нет, там температура лили детская была, там даже не раскуриться. Я там 40 минут сидел где-то, ну, чтоб, типа, что-то было.
А потом мужики пришли, подлили, то ой, такой вайф, брат. Ну вот сейчас вижу, вот сейчас если еще раз надо подлить, просто понял возраст уже. Ага, вот. Хотите воды подольем? Да, можно, можно. Да. Есть вода? Да, здесь чуть-чуть осталось, как раз этой подольем. Ну да, чтобы сильно не раскуривать. Да прям сразу выливай. А, нихуя, чуть-чуть. Да, больше, да будет хорошо. Да будет, да будет. Кофе, можешь камеру разрушить? Я могу разрушить. Да я нормально сидеть, я нормально. Ой-ой-ой, пошло же. Ой, хорошо, 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 пацаны. Терпите, братья. Нет, нормально. Хорошо, она больше не поднимется уже. О, охуенно. Она сейчас рейд сделает, равновесие сейчас сверху вниз пойдет и почувствует нормально. Кайф. У меня один раз дядя на камне упал, прикиньте. Это пиздец. Да, и шрамы у него остались. Ожоги да. Могут быть, пиздец, они такие горячие. Ну еще не достать мяса было, не потом кушать. Шутка. Ты любишь сауны, да? Что? Ну, сауны, я люблю кайфовать, да. Какие в Грузии сауны? Брат, у нас Сванская, Сванская будет, фу. Финская? Нет, брат, Северная баня. А как понять Северная? Ну там, грубо говоря, как вот такая же, понял? И отдельно Северный бассейн. Понял, это совсем другой бассейн. Это как теплые источники? Да, это именно, да. Теплые источники, да? Да, теплые источники, и плюс Северная вода там, и потом приходит тип, который в хамаме работает, и охуительно тебя натирает, понял? Чистит, прям чисто, чисто. Бля, я хочу, вот, чтобы меня кто-то натер. Да, я могу тебя натереть. Нет, я был, короче, в Питере. Ты виски, бутылка, я тебя так отпаришь, а не охуеешь. Ну все, только по бутылку я пойду, на трезвенях никак, да, блядь? Не, брат, я просто надо долго качаю. Ты хорош, да, в этом деле? Ну я пиздец. Послушай, мы были в Питере, и там мужик нас парил с вениками, брат, вот так. Не, не так, он не с вениками, брат. Он просто меня тебя моет, понял? Ты клянусь, нет, домой идешь и спишь просто вот. И Сэма я сделал, и Равшана, понял? С травами всякими, да? Нет, брат, шампунь, потом шампунь. Тебя делают массаж. Дрочи потом тебя есть? Моют, дрочильни есть, но я не хожу. Брат, я есть, мне Зубер рассказывал в Китае, что там дрочильник, ты приходишь, выбираешь девочку, она тебя моет тоже, она тебя моет, массаж. Потом минет. Чик-чик-пак. А потом можно ее трахать? Да, деньги с доплаты. Не, я бы не трахал. Нет, в таком теле, там не надо трахать, бро, тебя моют, делают массаж, расслабляют. Тебя надрачивают, все, ты даже трахаться не хочешь, ты просто кайф сделали и ты уходишь. Бля, кстати, здесь очень дешево стоят девчонки хорошие. Надо, надо будет. Вы звали? Нет. Бог мой, позвони. Не, я не могу, я женат. Одну распорцовку за меня сделай, я только распорцовку должен был делать. Пацаны, что это за меня, блин? Ага. Все, слава богу. Бля, бать, у вас нога какая-то хуя. Да. Увидим мои шрамы, а если не видно? Да. 26 швов. Это нормально. Сейчас уже лучше, да? Сейчас да, бля, но это прошло 2 месяца уже. А, увидели же. Я сейчас просто чешется, понял. Да, бывает. А когда заживает, я чешу. Да, брат, но типа я внутри все равно чувствую, понял. Ребят, у меня раньше, знаешь, какая охуенная это была, блядь. Вот такая. Брат, вот это охуенно. Я же занимался. Иди еще раз басик, или пойдем ко мне уже. Брат, нам надо в любом случае умыться, понял? Ну, тут душик. Не, вот так, типа, чтобы это сделать, понял? Вот этот весь пот ебаный снять. А то он потом прилипает, если даже сутки спрашиваешь. Ну да, кстати, ты прав. Смыть эту хуйню, а потом let's go and not. Let's go party, everybody, тын-тын-тын-тын. Это только такая, кайфовая. Вот сейчас именно чил, понял? Да, чиловая. Сейчас именно сильно. Не, я прям не люблю сильно, прям, чтобы кипяток был. Если вот так сделать. Нет, тут не такая температура. Вода, смотри. Вот еще не жарится. Видишь, кайф? Смотри. А, дай ему сейчас поправить. Вот, ты сделаешь жесть? Да. Да, пизда, блядь. Хорош. Вот, это другое дело, блядь. О! Глаза что закрыть? Ага. Нет, тут не такая температура, что понял. Ну гайд, да? Да, все равно нормально. Гоняешь воздух, да, чисто? Да, гайд, брат, я же работал в бане, брат. А ты умеешь парить? Конечно. Ты с вениками? Да, конечно, здесь есть веник? Бля, тут нет. Да, я умею, брат, я работал в бане. Бля, я бы с кайфом попарился, блядь. Нормально? Ебать, он навалил, блядь. Да я работал уже, да. Тут к температуре с телефона, мне кажется, не сядет. Да не, ему похуй. Инат, есть, да? Все есть, блядь. Вот так потом держи центр, нет. А снизу? Где штучки зашли? Где штучки? Вот эти, да. Ага, понял, бэмс. А, ебать, удобно. Пацаны, сфоткайте их, три друга пришли со мной. Не, сядь между ними, по-братски. Сядь между. И сделайте скрин. Сделайте скрин. Ха! Начало! Все, охуй, вот такой скрин сделайте. Вот так заебись, брат. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик. Бля, хороший, блядь. О, начало дергаться, видите, нормально.
после такого блинчика. Бля, мы не сфоткали, они на видео снимали, смотрите еще раз. Все, брат, сфоткали. Бля, брат, клянусь, мне выйти? Сколько вам хватит? Бро, ты так чисто десертик, блядь. Ох! Вишенка на торте. Я бы не сказал, что я вишенка. Теперь ты говоришь. Дай теперь меня сфоткать по-братски с ним. Все, сфоткали? Вот так давай. Выбираем вынуков здесь. Да не, они тебя выбирают. Бля, брат, вам надо в кино сняться срочно. Да, надо срочно, в каком-то короткометражном каком-то нормальном. С какими минутами, сколько вам хватит? 20 минут. Реально? Это типа на одного? На одного. Это за какой жанр там говоришь? Сексуальный кино. Охуенный жанр. Мой любимый такой чихарька. А, это собака, блядь. Ух, он едет мама. Ой, блядь, пиздец. Да ну, повезло, что ты не показал. Хорошо, что не показал. А что там? Там были вещи с соски, с искрой. От голы я тебя видел? Блядь. Ну, кусок. Пойдем к ним? Да не, брат. Что, погнали? Это сестра, понял? Ну, конечно. Давай, пацан, ты. Только мне снимай, вдруг она выйдет, понял? Ух, блядь. Брат, возьми полотенце. А я без. Я, кажется, без же был. Ух, блядь, пойди, сдвижу. Папа, здесь все спортсменки, братан. Надори, а где она? Вот. А я взял с собой полотенце? Да, да. А братик, я ваш. Вот я. Твое, брат. Что ты нюхаешь? Бля, деда, ты что, куда идем? Смотри, я потерялся. Идем, Васик. Идем, да. Нет, у меня девушка. А было помещение, брат? Бля, ебать спину, ебать. Я как выгляжу? Цеху дадите мне? Нормально выгляжу. Не так, понял, на газах, нет? Ой-ой-ой. Из гемода фотон такой бочужи. Фу, блядь. Ну, блядь, с моими шортами, блядь. А хотя... Какой успех наловить, блядь. Блядь, с моими волосатыми ногами, блядь. Из гемода фотон. Пацаны, вам надо встать, понял, вот так. Работаешь, брат. Скажи, иди, иди, подлец. Смотри, брат, говоришь, hello, baby. I'm fitness trainer. I have back. I am very good guy, понял? Я только хотел покурить, блядь. Do you want? Грязь? Do you want go with me in restaurant? То пусть что, блядь? Не, брат, отмена. Да. Отмена. Чего, будете прыгать, вода? Прыгать? Я просто аккуратно. Тоже пойдем? Бля, прикиньте, брат, прикиньте контент, брат. Брат, попроси ее, ну, скажите, что вы ее подбросите, понял? Да не. Брат, я придумал вам контент. Какой? Одеваем их в смокинги. Одеваем их в смокинги, а тебя в дубайского шейха. И я хожу тогда? И берем в Rolls-Royce. И от реакции людей, понял? И вы выходите, они твои охранники. И ты говоришь, хабиби, понял? Туда-сюда. И как типа, где девочки, подают или нет? Просто ты... хожу с ними, да, так? Да, с девушками. А но где потом ты уже... снимаешь? А что ты, где ты будешь снимать? А как снимать, понял? Да, блядь, не проблема. Где тут Ройс взять, блядь, в Стамбуле? Ну, вообще не проблема, пацан, скажу, подгонит. Ройс. А кто водить будет? Водила? Я. Ты типа водитель с камерой да. Будешь? Тихаря, да? А чё нет? Я брат? Буду такой хабиби ходить. Ну, брат, ты я на шейха не похож, ты пиздец. Ты ебанат или прикалываешься? Я ебанат. Я на шейха не похож, брат. Да. Ну, если тебя одеть в это, нормально будешь выглядеть. Вот эту тему, да, на голову? Да, балаклава. Нет, какая балаклава? У них же... Ну да, вот куртюк, это. Я не знаю, как это называется. Куртюк, я не помню. Он еще как крестного отца одеть. Я буду ходить такой, вы моя охранная. Я буду просто вот так, понял, приходить, люди на лавочке сидят, и я вот так просто показывать, понял? Типа вот так, понял, просто вот так. Вот так, да, показывать девочкам. Типа, камон. Или вот так, им туда. И чтобы не просто на типа шли, понял, вот так. Чтобы не просто на типа вот так шли, понял? Стрим будет депортация. Не-не-не, да, не, что не, ты будешь делать, он убежит или будет стоять? Бля, предлагаю помыться и подняться. Сколько время? Ебать, три уже, ебать. Ебать, время, деньги. Я дома от души, души быстро, пам. Ты дома зайдешь? Да, обмоюсь.
Кирпич 55. Бля, ебать, мы, блядь, час побыли, ебаный рот, это не шутки, блядь. Тут, а? Не, тут мы побыли... 40 минут. Сколько ты снимешь? Я не знаю, 40 минут и 30 тот. Ну, я, типа, знаешь как, брат, я не люблю много бассейнов. Брат, мы сейчас начали стримить. Да? Да. Ну, 2 часа. А, это просто стрим, понял? А, стрим, стрим же падал, брат, я забыл. Я забыл, представьте. Что, можно пойти? Хаос. Let's go. Ко мне, а потом к ним в зал. А потом к ним в зал. Да. Пацаны, у них, короче, на стадионе меня сегодня тренировать будут. Ой, я сегодня, давай сегодня я поприседаю, и мы тебя там прокачаем жестко. А давай вверх будем ебашить. Давай, мы вверх. Потому что я не смогу, видишь, смотри. Видишь, вот эту хуйню. Мы вверх, ой, ты вверх, а мы чуть-чуть вниз присед. Я хочу 150-160 присед сегодня. Реально? Да, я сегодня присяду 150 точно. А там девушки бывают? Бывают. Фуи. Тогда давай я нормально оденусь. Многие жалуются. Мы когда с тобой снимали, был, кто первый пришел? Это был хозяин зала. Ага. Он, и типа, он сказал нам, вам можно снимать без проблем, только чтобы типа дам с кадра не попадать. Ну да, не проблема. Потому что они типа жалуются. Что не, не проблема. Здесь, типа, другие... Тогда я нормально оденусь. Слышь, джинсы, мынсы, понял? Какие джинсы, блядь? Тренироваться ты в чем будешь, блядь? Бля, чтобы нормально выглядеть, бля, вы не понимаете. Ты в джинсах будешь тренироваться? Чтобы девушки там. Тебя не пустят нахуй в джинсах. Реально? Да. Эти шорты дают, брат. Здесь какая-то футболка майка. Конечно, полуфутболка охуительная. Я дам себе, потренируешься. Бля, ну чтобы нормально выглядеть, понял? Нормально выглядеть, нормально. У тебя же Элка. Да. Я тебе дам свои шмотки. Ну, их XXL у меня. Неважно, какая так одежда, куда ты, главное, бля? Кто в одежде, понимаешь? Поэтому похуй, можно и голову. У меня охуенно, брат, купил, понял. Так, блядь, сигарета рано. Сигаретка и просто. И в зал пошел. Брат, нихуя себе, брат, я не стесняюсь уже такой. Лоры пиано одену. Лоры пиано, да, в зал. Еще смокинг, блядь, один в зал. Не, смокинг я не нашел, бля. Поло, понял? Поло, да, восьмиклинка, понял? Сигареты, очки, понял? Пойдемте? От Мерседеса ключи. Да? Есть? Нет, с собой нет. Ну, мы же меряем, брат, 63. А что тут вы на какой тачке ездили? На CLS моего, брат. А, нихуя себе. Понравилось тебе? Красивая, да? А у меня такая же. А у меня нету. Ну, брат, дай бог купим, что за проблема. Хочешь, я тебе в Грузии куплю, привезу, того рот ебал. Так я не умею ездить, да, брат. Заебал. А растаможка какая тут? Блядь? Нету растаможки. Временно поездишь, год целый. Серьезно? А, тут же можно год ездить. Да, у вас же, вы же взяли ВМЖ. Ты же взял. Я еще пока не взял. Ну, год и можно ты по нему можешь ездить год. А потом просто в Грузию мне отправишь его эвакуатором. Реально так можно? Да, и год. Год по да, ездить? У меня брат здесь ездит так. Ебать. Вы можете... Крымские права межконтинентальные. Но у нас да. Смотри, смотрите, я вам предлагаю, как можем сделать, пацаны. Этот, блядь, контент для вас. Приезжайте в Грузию, покупаем вам машины. Я не вожу. Хорошо, я вожу, похуй. Я тебе сюда ее привезу и все. Просто вам покупаем машины, и вы их привозите сюда, и у вас колеса. А потом вы просто на эвакуатор даете $600 и отправляете мне в Тбилиси, я ее продаю и отправляю вам деньги. Ну, не факт. Всего за $600 эвакуатор привозите? Ну, $1000, я договорюсь. Так это ж типа не дорого. Нормально, заебись. Ну, да. Зато представь, вы каждый город увидите. Зато по Трабзон, Анталию. Поехать, понял, просто попутешествовать в Турции. Не, брат, не стоит, бро. Это я-то, блядь, смотрю нахуй там, что-то, блядь, непонятное движение. И все, и просто едете, бэм-бэм, понял? Да, по Турции попутешествовать прикольно. Да, я вам говорю, пацаны, я вам темы накидываю, я ни разу в Турции, я только в Анталии был. Да я ебал на этих самолетах и так далее, путешествую на машине. Я боюсь на самолет. Я попал последний раз с Олегом в турбулентность. Я думал, что все, нахуй улетит самолет. На пох, пацаны. Это пизда. Запомните. Трясло 20 минут, блядь. Что на лбу написано, то и будет. Пизда, блядь. Хуйня. Реально. Что на лбу написано, то. Ты, блядь, что говоришь? Да, бля, Вась, блядь, Влад, это дефолтный тип. Нельзя так делать, это порошки. Да я что, он что, нельзя стоит? Бы. Вот она тоже чья-то сестра, брат. Да не туда, блядь, вообще. Это не туда вообще. Держи, не я не это сидел. Одену, вдруг там женщина будет ломать. А тоже, кстати, надо одеться. Брат, брат это просто закрути и все. Брат, ты, да просто у меня, блядь, pencil dancel. Pencil dancel. Все я сделаю, блядь. Из гигуды буду похудеть. Чат, что я сделаю, блядь, если природа оградила, блядь, посохом магическим, нахуй, от отца? Что за шорты, блядь, нахуй выпали туда, блядь? Цензорах. Мне, блядь, дал какой злой, дай, я тебе делал. Злого на... Прикинь, брат, ты злой и в злом CLS будешь сидеть. Прикинь. Ты прям сюда привезешь, с этими номерами? Ну, блядь, номера не смогу привезти, блядь. Ну, это мне, блядь, это ну, жена... Да, номера сделать, да, тебе, да. Братики, блядь. Это, если вы братики поставите, то это стоит $3000. $4000. Я как машина пошла, понимаешь? Бля, я бы вам посоветовал бы Mercedes Mercedes GLS вам какой-нибудь. GLS это типа джип, джип большой, да, большой джип. А мне больше нравится, знаешь, какой? Именно. Мне нравится очень... классика, знаешь, BMW бабочка. E60. Пятерочка, пятерочка. У меня были 3 штуки, брат. Вот, это заебись. Бля, брат, он мне сейчас прям... Бля, я бы... Я понял, на таком эмочка, бля. Блядь, пацаны. Эмочка стоит $25 тысяч. У нас прям в идеале. Можно не эмочку, можно просто обычную такую.
Зачучивать. Да, тут водить пиздец сложно. Но хотя классно, у нас дорога, трасса сразу здесь. Да вы просто, у вас будет больше возможностей, понимаешь? На машине все равно, в любом случае. Че, вы на такси, вы столько денег отдаете за 3-4 месяца? Да не, хуйня. Нет, здесь такси, такси не типа, я вообще не выезжаю. Я здесь типа живу в этом доме, спуститься вниз, в Мигрос магазин. Да, в Мигросе можно купить всякие штучки. В Мигросе? Да. Хороший магазин. Хороший, классный. Я не знаю. На, брат, спасибо. What's going on? Куда идем мы с братиком? Большой бухор. Ну, бля, в принципе, не хуй. Идем, я знаю. Ну, бля, пацаны, я вам скажу, она, блядь, бля, а вам удобна эта палка? Ну, она прикольная, но в чем ее минус? То, что ее неудобно будет кидать. Кидать, типа, перекидывать, а, типа? Я понял, она не предназначена для телефона. Ну, она... Оно, типа, чтобы ставить круглый вот этот... Нет, нет, это точно? Просто, чтобы статика была. Ну, типа... Ну, бля, типа, он удобный, понял? После него, блядь, можно кого-то... Где-то сделать. Нам в зале удобно, потому что он маленький, понял? Ты ходишь и... Смотри, как он выглядит. Как стол, понял? Когда в ТЦ ходишь, понял? Да. Очень удобно, и никто не приебывается. Типа идешь, и никто не видит. Знаешь, типа штатив и штатив. А, да, ты прав. Потому что когда большая палка, доебывались, что вы снимаете, а когда да. Эта палка, они не понимают. Им подойдет F-Type Jaguar. Да, ну нет, брат. Надо про... Мне нравится, знаешь, какая еще? Ешка купе. Да. 11 из года хотя бы. Осуждаю. Ты выключил хоть? Да. Блин. Ну злой больше это сделал. Я охуел. Злой охуел. Я так охуел. Дима, я не прям понял замысли, блядь. Ты их застанил. Че, скажи, прикольно? Кто-то шел, что-то сказал, блядь, не знаю. У меня шарка расценивала. Так, сейчас я тебе главное на Wi-Fi переключиться. Там, блядь, да. А, у нас... ты выключил хоть? Нет, давай знаешь, как сделаем. Он выключил? Чтобы вы ко мне поднялись? Да, конечно, да. Конечно, выключил, брат. А ты что думал, я не выключил? Ебать, я хуй. Ты не выключил и типа потом стримов ну, заново? Да нет, брат, ты чё? Это, блядь, ты надо быть таким долбоёбом. Ебать, я обосрался, нахуй. Нет, ты чё, родной? Ты что, перейдешь, бля? Нет, блядь. Да все, не надо расходить. Сейчас на Wi-Fi переключится быстро. Мы когда не переключались? Оно же, это же. RTRT всегда. Смотри, а если типа не переключишь, какая разница, если ты на этом Wi-Fi? Или по... Нет, там дома просто, поняли? Да. Там просто вообще не ловит, понял? Жгибли, а тут ловит, да, нормально в лифте? Да. Как они зависли в моменте? Там очень хорошо ловит. На Турктелеком? Турксел, да. На Турктелеком, не Турксел, а на Турктелеком. А у меня Водафон. Ты купили чисто для интернета, да, понял? Без СМС. Рассказываю вам историю. Да. Я захожу, и девушка мне говорит, я говорю, салам, да сюда. Я говорю, нужен интернет, понял? Она говорит, окей, 1300 лир, прикинь. Сейчас, брат, переключайся на Wi-Fi, да. Да, 1300 лир, понял? Я в ахуе стою. Наебать хотел. И мне брат говорит, на самом деле стоит 300, понял? Мы покупали, карточка сама стоит 400 с чем-то лир, и 200 лир 100 мегабит. 100 гигабайт. Я купил за 400 25 гигабайт. 100 гигабайт? Это здесь, рядом, можно потом купить. Блядь, я eSIM сделал. А, ты eSIM сделал. Ну, короче, если хочешь охуенный интернет, просто купи карту одну вот эту. Да, вот эту и куплю. Она охуенная. Везде ловила, никогда везде, не было. Я ее и куплю. Проблем. Вообще, сейчас на Wi-Fi переключусь, вас может на секунду багнется. Все, бэмс. Бэмс. Кстати, я претренд. Без лимита нету? А здесь без лимита же нету. Без лимита нету, но поверьте, 300 гигабайт тоже можно купить, хватит с головой. 300? Но у меня 25 закончилось за 2 дня. Но помимо этого я еще не сижу дома на Wi-Fi. У меня привычка, я даже в Грузии не сижу вообще на Wi-Fi. Поэтому 300 хватит тебе с головой. Для стримов, но если ты каждый день делаешь IRL, вот 300 покупаешь. Там такая фигня, что ты можешь дальше пополнить. Офигенно. То есть тебе не на месяц дают, ты за расходы... А, есть такая же хуйня, да. Взял, дополнил еще. Но вот видишь его, брат, этот, он не везде ловит, этот Водафон. Водафон, да. Вот да, видишь, мы вышли, он... Ты видел, он в ноль упал, да, нахуй. Да, да, да. Он упал в ноль. Бля, это пиздец. Бля, пацаны поправляют. Да, пацаны, у них, смотрите, какая тема. У них здесь башни, понял? И у них... А где торговый центр? Здесь же, да, рядом? Да, центр торговый. Вы заметили, какие здесь торговые центры? Там внутри есть все. Да, это все. Это во всех торговых. Это охуенно. Саш, что вы понимали бы, они... Вот сказал, я на стримах чуть долбоёб, понял? Вот сейчас, типа, вчерашний человек и сегодняшний такой же? Нет, ты знаешь, вот я видел тебя на стримах. Смотри, я сейчас скажу так.
Нет, так же самое, просто когда мы включаем стрим, у нас больше как эмоции идет, чтобы поставить эмоции и так далее, ну, да. Больше просто выкладываешь. Оно само собой идет, то есть само собой. Да. То есть ты не играешь какого-то другого человека, просто ты такой есть, просто ты веселее становишься и все. Просто эмоции больше, да. Конечно, эмоции просто больше. Бля, ну мы вчера до скольки разговаривали, брат? Да, ну я до трех или до четырех. До четырех. Не, надо говорить братья, понял. У меня привычка брат-брат. Я даже маме брат говорю. Она мой брат старший. Поправляю. Вы кофе пьете вообще? Да, да. Я сегодня утром кофе. Кофе опасно вообще для когда тренируешься? Смотри, если нет проблем с сердцем и так далее, и с давлением, то можно, в принципе, вы заметили чашку... в Турции, сколько люди кофе пьют? И сколько курят сигарет? Курят пиздец. Да, пиздец. Это, а вы, смотрите, вы были в Греции? В Греции проездом. Проездом. Вы заметили то, что там люди, они как они все с утра просыпаются, садятся на берегу моря и просто могут весь день крутить самокрутки. То есть там же табак греческий, они сами его крутят. То есть они не попадают. Ты уже искупался, брат? Да, я чисто так сполоснулся. Ебать, молодец. Вот так, бэмс-бэмс. Они просто сидят и вот так разговаривают весь день. Вот так у них день проходит. Понял? Они очень такие. Так вы когда на Кипре были, там даже самое все кофе пьют. Да. И, кстати, знакомый запах, понял такой? Руккола. Что такое руккола, блядь? Руккола. Ну, травы. Везде, блядь. Ходишь по Масолу вечером в 12 часов. Ну, это мы... А, значит, это... Это глав... мы не за рукколой ходили, если не, что. Значит... Мы прогулки делали. А и что, руккола это нельзя... А-а-а, руккола! Руккола охуенная тема, блядь. Ебать, руккола охуенная тема, брат. Там ебать. Она... Ты ходишь, блядь, и сразу... Чел проезжает сразу, хуяк, блядь. Сразу понятно, кто. Брат, это хорошее. Бля, хуй во что мы воду не взяли, пиздец. А вот же вода, блядь. Нет, именно с бутылочек, понял? Давай разольем. Бля, у вас бывало такое, то, что вы слишком сильно пили, и у вас вот эта хуйня, типа, вода в нос попадала и с носа в рот? Не-не-не. Ой, брат, такой дискомфорт, бля. Ты было? Бывало такое, что... Что, смеешься? Газированную воду. Ой, понял? С носа выходит. Пизду, бля. Бля, поправляет того, рот ебал. Вода Эрик? Эрики, да. А, Эрик Ли, долбоёб. Че, ты летим, помнишь летим? Тигра? Да, делаешь? Летим и потом к вам идем. Мы 2 часа да. Посидим и к вам. Ага, идем. Да. Сразу, зальчик. Я с вами тоже пойду, я хочу чуть-чуть кардио сделать. Кардио поправит. Кардиомагнил, знаете, я пил раньше от сердца. А что у тебя сердце? У меня же этот одно окно было закрыто. Ой, блядь, а мы дали тебе притрен, ебаный рот. А, хотя там нет кофеина, там все нормально. Там есть кофеин, чуть-чуть. А тебе же нельзя, ты что ты молчал, блядь? Так только не разводи. Реально нельзя? Не, нормально, хорошо. Я... Все зависит. А у меня еще шрам, видели, мне на сердце делали? Все нормально будет, брат, все хорошо. Да тебе энергетики нельзя тоже пить, блядь. Реально? Если с сердцем проблемы, да? Мы тебе там пол дозировки бахнули, не переживай. Ничего не будет. А ты чувствуешь что-то сейчас? Ну рядом, да, сердце заболело. Мне дышать трудно. Да ну нахуй, вы мне сейчас сказали, мне дышать трудно стало. Не-не-не. Меня трусить начало. Это что, паническая? Да я рот люблю, смотрите. Нет, это нормально, смотри, я же не такой долбоёб, взять, дать какую-то хуйню, чтобы человек в GTA 5 RP ёбнулся. Такого ж нет. Нет, ты же не знаешь, они даже не спросили, брат, что с сердцем? Ну, очень адекватно, нет. Кипей, это классно. Ебаш, брат, бля. А сейчас покажите клип, нахуй, покажите его моим родителям, блядь, когда они будут сидеть вот так. Вот так, я буду на столе, блядь. В GTA-шке, блядь, я не буду вот так сидеть. Это просто обычные аминокислоты. Да я рофлю, брат, ты чё, блядь? Вот то, что вы вот эту приняли хуйню, да? Я вам такой притрен, вы охуеете. Вы, блядь, в зал зайдете и того ритма выйдете, знаешь, когда, блядь? Когда он не будет закрываться, когда его уже снесут нахуй, понял? Из-за вас. Самое главное, что там были природные компоненты, понял? Бля, природный хороший. Я просто никогда в жизни ничего не курил, никогда, ни сигареты, ни кальяна, ни флешки, ничего. Начни. А у меня просто нормальное хуйное настроение без этого, понял? Вот в компаниях я могу, допустим, ты, допустим, там кальян покуришь и так далее. Да, за компанию. Человек, что я никогда не навязываю свои какие-то, понял, предпочтения. Я, например, Вы часто, да, качаетесь? Ну, через день. А весь смысл, понял, смотри, пацаны, все, кто в зал ходит и так далее, тренируйтесь 3 раза в день. А вы за ЗОЖ? Ну, как? Нет, я не за ЗОЖ. За трахать пап, блядь. А вам нравится в Турции? Нормально. Ну, нравится? Нравится. Хуйня, ой. Пацаны, будьте... А подожди, если я буду говорить хуйня, это 2-0 считается или 1-0? Понял. Ну, типа, мы вот играем, понял? Ты говоришь, да, и да. Ты мне, допустим, вот смотри, можем счет сегодня сделать. Допустим, да, ты говоришь, хуйна, да? Типа, ты меня байтишь. И потом я скажу, да. И ты меня забайтил, я сказал, да, и получается 1-1. И у кого больше, тот и выиграл. Я понял, но... Ну ладно, с вами будет. Ты не понял, ты у тебя синтол в голове, понимаешь? А что? Короче, блядь, я такой... А у нас синтол есть, таджик. У нас таджик, и пацан, он качается, пиздец. Пройдешь, придете, будем с тобой. Одно очко, если одного убрал. В натуре, братан. И мы остаемся на батле.
Прикинь. Вот ты вот говоришь, ты по поводу ЗОЖ, смотри, я не ЗОЖник головного мозга. Мне так на это поебать без негатива. Я веду адекватную жизнь. Не, да, я не люблю. Я есть пожрать, я просто не пью и не курю. И мне похуй. Понял? Я не навязываю. А ну хавай, что по кайфу. Конечно, я люблю торты, я жру все под. Бля, я вчера, пацаны, я им купил сладости. Я им купил, я купил пахлаву, вот эту всю движуху, все, что было, по одному, вот так, по полкило. И, блядь, оставил, короче, в машине. Я к вам пока ехал, я вырубился. Брат, пойдем, брат. Да, давай. Время. Я вырубился. Все, пацаны, давайте, короче, вы залетайте к северу. Я сейчас кину рейд злому. Да, не сы, нормально все. Ты пока там раздуплишься, я быстренько бэм-бэм сделаю. Заспамьте с севера ссылку тоже. К северу залетите. Сейчас, короче, будем у злого. Потом, смотрите, мы сейчас будем у злого. Потом вот так, бэмс, переход идет пацанам в тренажерку. Короче, сегодня, вы увидите, как у меня сейчас бицуха в три раза больше станет. Без шуток. Я вам сейчас покажу свои фотки раньше. Я был здоровый пиздец. Я был 85. Мы были максимум 90. Но это было... Сколько? 90 килограмм. Ну, брат, вы сейчас 78. Представляешь, я был на 12 килограмм больше мышечной массы. Подожди, у вас... Ебать. Это вообще руки такие были. Отпустите его, блядь. Все, все, давай. Брат, напоследок спину, умоляю, спину. Бля, они кайфуют, блядь, так же. Я говорю, есть какая-то. Если у меня с ними хипиш. Брат, прикинь, сколько лет качаться. Брат, у меня с ними хипиш будет, понял? Я просто говорю, покажите спину, они все забудут и сразу. Она сразу в рейку. Все, пацаны, я сейчас кидаю, короче, быстро бэмс рейд и злой начинает. Все, пацаны. Все, тут на канале бэмс кулак. Бэмс. 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 Ой, блядь. Все, делаем.